Роман Костомаров вынес адские муки. Горькие новости о состоянии знаменитого спортсмена поступают, одна за одной. Более двух месяцев Роман Костомаров находился в плачевном состоянии, и даже лучшие врачи Москвы не смогли помочь ему встать на ноги. Вынужденная череда ампутаций практически лишила надежды поклонников, но россияне все еще верят в чудесное спасение. Автор YouTube-канала «Мистические практики» сделал заявление о причине горьких страданий фигуриста. По словам эзотерика, Роман Костомаров стал жертвой черной магии, как и некоторые другие быстро сгоревшие российские звезды. Мистик полагает, что спортсмен не сможет выкарабкаться, поскольку имеет дело с проклятием, так называемой черной гнилью. Практик якобы заглянул в будущее и увидел страшное. По его мнению, Роман Костомаров обречен. Для него, конечно, исход ужасающий. Для нас больно смотреть, как мучительно молодой здоровый человек уходит, а сколько таких случаев, когда медицина просто бессильна, выразился эзотерик. Также мистик прокомментировал причину воздействия черной магии на Романа Костомарова. Он убежден, что причастна к этому партнерша больного фигуриста Татьяна Навка. Согласно позиции видеоблогера, звездная блондинка идет по трупам, по головам, практикуя черную магию, а расплачиваются за эти действия якобы люди из ее относительно близкого окружения, и Роман Костомаров один из них.